Лапта, гольф, дартс, спортивное ориентирование и флорбол. Что объединяет эти виды спорта? Все они входят в программу «Спорт в школу». Флорбол уже 20-я дисциплина, которая стала доступна для тюменских учеников. В рамках уроков физической культуры, в рамках третьего урока, а также внеурочной деятельности, ребята будут заниматься флорболом. Не только в этой 56-й школе, здесь у нас будет 8 школ именно города Тюмени и еще 5 школ в рамках Тюменской области, где этот проект будет реализован в дальнейшем. Флорбол – это одна из разновидностей хоккея, только намного безопаснее. Вместо шайбы – пластиковый мяч, а вместо льда и коньков – паркет и кроссовки. Разве что задачи вратаря не меняются. Когда твои соперники подходят близко, и ты понимаешь, что не сможешь его словить. А тапки. А потом, когда кидают, ты ловишь и все. Проект «Спорт в школу» охватывает не только редкие в нашей стране дисциплины. Следующим видом спорта, с которым предложат познакомиться тюменским ученикам, станет вполне традиционный волейбол.